Здравствуйте, можно вам вопрос? Нет. Ну, я вас очень поддерживаю. Вы правильные вопросы задавали вот на форуме экономическом в Петербурге. Друзья, это как раз руководитель, как он правильно там, Макаров фамилия. Так, он возглавляет комитет по налогам, по бюджету и налогам. Вот, Макаров. Значит, сегодня 11 августа 2022 год. И вот, соответственно, стоит одиночный пикет здесь у Государственной Думы, это Георгиевский переулок. Вот, ну, хотел бы сказать вот насчет вот Макарова, что он очень правильные вопросы задавал. Вот Силуанову, значит, вот этой председателю Центрального банка Набиуллиной. Мне понравилось, как он спросил, вот вы, как бы это самое, как вы видите дальнейшее будущее, да? Вот он спрашивает у Набиуллиной. А так, говорит, значит, а что, дальше, как говорит, были вот эти капиталы олигархические, вот иностранные, да, они так и будут. Как был судный процент, так и будет. Вот что ответил Набиуллин. То есть Набиуллин ответил, что я как служила западному хозяину, так и продолжаю буду служить. Значит, Силуанову он задал вопрос насчет бюджетного правила. Что может там, как бы, это, как вы видите, может от него там надо отказаться или что-то там. Силуанов говорит, нет, как было бюджетное правило, так и будет. Мы как отправляли дань США, так и будем отправлять. Вот. Ну, такие вопросы вот как раз вот Макаров задал. Молодец, я считаю. Ну, такие новости на сегодня.